Шоу Корниловых «Карнавал слонов» больше месяца находилось на гастролях в нашем городе. 7 декабря прошло последнее представление, а сегодня утром в социальных сетях появилась тревожная информация. Якобы любимцы публики намеренно были отравлены. Однако ужасы о 10-сантиметровом гвозде, который проглотила слониха, и отравленной воде в цирке опровергли. Ну, слухи, как всегда, у нас явно преувеличены, как вы знаете. Слухи моей смерти явно преувеличены. Ну, по сути, знаете, что произошло? Ну, заболела слониха. В общем-то, это, ну, не сказать, что обычное явление, но бывает, как и люди болеют, ну, запоносило, скажем, какие-то нюансы с ней произошли. Причин здесь может возникнуть разные, и аллергия на разнотравье, все-таки их не постоянное место обитания России, как вы понимаете, могло сказаться где-то качество, может быть, определенное качество воды, все-таки воды они пьют много. Могло то, что, допустим, в тех же самых овощах лишние нитраты оказаться. О причинах недомогания можно будет судить по результатам специальных анализов, которые сегодня взяли у слонов представители отдела зоотехнической и ветеринарной работы Росгосцирка. Ну а в том, что сейчас артисты чувствуют себя хорошо, мы убедились лично. Нашу съемочную группу проводили в слоновник. Животные действительно выглядели здоровыми и энергичными. Более того, они с удовольствием угостились предложенным им хлебом, а после этого, видимо, решили немного поиграть. Ну что ж, имеют полное право, вскоре начнутся и гастроли в других городах, и мы надеемся, что к ним они приступят, находясь в добром здравии.